Если до конца года работы будут завершены, люди получат доступ на набережную, а уже на будущий год наполните малыми архитектурными формами и решениями, которые позволят дополнить отдых, это будет очень хорошо. Роман Ильич, вам слова благодарности, потому что вы взялись за этот проект и видим, насколько он стал более эффективно выполняться, потому что у нас есть с чем сравнить. Мы сейчас с вами от этого проекта, подготовив необходимую документацию, перейдем уже на будущий год, завершая здесь работы, к новому этапу, в сторону Затона. Поэтому еще раз хочу сказать, что крайне важно, чтобы были все подготовительные работы проведены, учитывая, что там много правонарушений допущено, сейчас прокуратура занимается, и в судебном порядке идет изъятие земли в непосредственной близости к воде, которая была фактически захвачена. Надо все эти вопросы урегулировать с тем, чтобы у нас набережная с вводом той части, которая будет в сторону Затона, составит порядка 8 километров. Но мы не должны останавливаться. Дальше у нас работа в сторону заводского района. А что касается того, что здесь было, мы с вами помним. Это заросли, это мусорка, это невозможность жителям добраться до Волги, хотя все на Волге живем.